Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, необходимо обратить внимание на то, что за последние сутки госпитализировано 88 человек, что составляет 6,2% от общего количества выявленных случаев на территории республики, которое составляет 1423 случая. За сутки 38,3 новых случаев заболеваний зарегистрировано в городе Якутске и 61,7 случаев зарегистрировано в районах республики. Во всех муниципальных образованиях соответствующая помощь оказывается как сотрудниками медицинских учреждений и соответствующие как лекарственные препараты, так и все необходимые медицинские назначения есть в каждом районе республики. Сегодня на 18 февраля в стационарах республики получают лечение 7,2% больных. В амбулаторных условиях больных значительно больше, 92,8%. Хочу обратить внимание на амбулаторное лечение наших пациентов. Граждане, те, которые непосредственно находясь на амбулаторном лечении, чувствуют определенного рода все-таки ухудшение состояния здоровья, то соответствующий сигнал для врача, с которым вы работаете, должен быть дан вовремя. До 40% случаев заболевания COVID, связанных со штаммом Дельта, который вызывает в том числе и тяжелые заболевания. Поэтому на настоящий момент необходимо обратить внимание на то, что в Якутии циркулирует как Дельта, так и Омикрон. И, соответственно, все-таки ни в коем случае нельзя терять бдительности в части как соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, так и, соответственно, соблюдение дистанции социальных контактов, если люди являются носителями того или иного заболевания. За сутки в республике выздоровело 3982 человека. Соответственно, количество выздоравливающих у нас находится примерно на таком количестве. Это прежде всего связано с тем, что в течение 10 дней назад, неделю назад было большое количество заболевших. Сегодня мы выписываем. Наши доктора, в общем-то, пожелав здоровья дальнейшего, гражданам говорят, что можете выходить на работу. И, соответственно, уже перестаете быть больными. Первым компонентом в республике привито 590 257 человек, это 82,3% взрослого населения республики. Необходимо обратить внимание на низкие темпы вакцинации в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Омиконском районах и в городе Якутске. Здоровья всем!